Ну чего опять-то? Опять? То есть я для тебя источник проблем, да? Опять у нее что-то случилось. Извечная проблема отцов и детей – одна из тем, затронутых в пьесе «Бумажные ножи». Плюсом к этому – подростковая жестокость, реализация себя среди сверстников. Такого драматургического материала немного, потому и целью арт-лаборатории «Своя территория» являлось создание пьесы про подростков и для них. У меня такого опыта раньше не было, мне было интересно узнать, как это вообще делается. Очень хорошо сыграли, мне понравилось прям. Как будто в реальности происходит, вот правда. Не видно, что наиграно. Выбрали ребят, написавших интересное сочинение. С ними 4 дня общались режиссер, драматург, психолог. Обсуждали такие категории, как добро и зло, хорошо, плохо, можно, нельзя. Впечатления от общения у драматурга Марии Малухиной вылились в пьесу. 13-летняя Кира собирает группу подростков, так называемый синдикат «Бумажные ножи», чтобы помогать друг другу в решении проблем. Но главное – отомстить однокласснику Добрыне. Только с жаждой мести подростки заходят слишком далеко. Мы тебя упоминать не будем, мы же реальные стукачи какие-то. Придумаем, как сами на Добрыню вышли. Ну, давайте прикинемся долбанавтами. Следующий этап – создание эскиза возможного спектакля. Именно его представили на суд зрителей, в том числе тех самых подростков. Мы здесь режиссеры, скорее, как презентаторы текста, да, то есть нам надо презентовать текст, понять его циничность, характер и герои и так далее. Но основной, конечно, то есть основа – это текст. Эскиз собирали быстро, чтобы представить его на межрегиональном фестивале коллаборативных лабораторий в Омске. Буквально несколько дней давалось актерам, чтобы освоиться с пьесой. Ну, это на самом деле был мой первый опыт участия в такой работе, когда пьеса на 1,5 часа, и тебе нужно в это все впрыгнуть резко, и еще столько текста, просто безумное количество, который нужно было хотя бы как-то оборганичить, чтобы это звучало хотя бы как-то, потому что на 3 дня это действительно было сложно. По итогам фестиваля автор пьесы «Бумажные ножи» удостоена спецприза жюри за нейтрализацию темной силы и преображение ее в энергию дружбы. Анастасия Терехова, Михаил Куричко, «Тобольское время».